Вся эта зелень и овощи, выращенные на юге Лос-Анджелеса, могли оказаться на помойке. У них уже не очень товарный вид, и супермаркеты такую продукцию не закупают. Однако местная благотворительная организация решила еду спасти. Она устроила праздник с бесплатными обедами. Добровольцы приготовили различные мексиканские блюда из грибов, помидоров, капусты и зелени. Благодаря этому 300 килограммов овощей не попали на помойку. Думаю, лет 10 назад люди считали, что ненужные продукты можно лишь выбросить в мусорное ведро. Теперь они понимают, что речь идет о совершенно свежих, вкусных овощах, которые пропадают на фермах. Активисты призывают и продавцов, и потребителей бережнее относиться к продуктам и не выбрасывать их без нужды. Это одна из главных экологических проблем современности. Но ведь у нее есть прекрасное решение. Мы можем просто все это съедать. Участники праздника восприняли идею организаторов с энтузиазмом. Вообще это здорово. Бывает, что вам что-то не нужно. Не выбрасывайте это, отдайте кому-нибудь или сами придумайте, как это использовать. Ведь этими ресурсами можно поделиться. Думаю, это просто супер, замечательно. Это интересная идея, особенно если учесть избыток производства. Мы ведь можем потреблять меньше и лучше распределять ресурсы. Бесплатные обеды приготовили на кухне благотворительной организации, которая проводит кулинарное обучение местных жителей. Территория, на которой выросли пожертвованные овощи, могла бы пустовать, однако на ней сделали ферму. Организаторы праздника надеются, что пищевых отходов в будущем не станет.